Продюсер Максим Фадеев выбрал исполнителей, которые споют гимн Универсиады 2019. Напомню, еще в мае он объявил, что напишет главную песню красноярских студенческих игр. А чтобы найти действительно лучшие голоса, Фадеев запустил уникальный проект. С помощью особого хэштега в Инстаграме вокалисты заявлялись на конкурс. Причем каждую неделю в отбор вступали разные регионы нашей большой страны. Затем продюсер сообщил, что прослушал всех участников и сформировал из них три команды. В итоге победила первая восьмерка исполнителей, в состав которой входит и красноярец 20-летний Даниил Желянин.